Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy S21 FE. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве выполнить полный сброс, если вдруг вы забыли свой пароль. То есть, как сбросить пароль блокировки экрана. Итак, первое, что вам понадобится. Вам понадобится кабель USB Type-C, подключенный с другой стороны к компьютеру. Это обязательно не к зарядке, а к компьютеру. Итак, после этого, вот, показываем, у нас телефон заблокирован, что нужно сделать? Нужно нажать и удерживать кнопку питания и увеличения громкости. Кажется, нет, и уменьшения громкости. Да. Затем нажать выключение и выключение. Нужно сбросить сначала кэш. Вот. После того, как мы нажали на кнопочку выключения, у нас, как оказывается, я сам об этом раньше не знал и раньше вам об этом не говорил, но, как оказывается, у нас сбрасывается быстрый кэш. Вот. Теперь что нам нужно сделать дальше? Теперь нам нужно подключить телефон к компьютеру, собственно, через кабель USB. И больше ничего от компьютера не нужно. Компьютер просто должен быть включен, ничего там устанавливать не надо. Затем что мы делаем? Давайте я немножко отзумлю картинку, чтобы было лучше видно. Итак, у нас микрофон телепается, ну ничего страшного. Итак, что нужно сделать дальше? Дальше нам с вами нужно одновременно нажать и удерживать кнопку питания и уменьшения громкости. У нас появляется вот это вот окошко, нажимаем на пустой области и затем постоянно вот так вот сдвигаем шторку. Как только гаснет экран, перестаем удерживать уменьшение громкости и начинаем удерживать увеличение. И продолжаем держать. После появления логотипа Samsung отпускаем кнопку питания, но продолжаем удерживать увеличение. Все, мы попадаем в recovery. Если вы не будете подключены к компьютеру, вы в recovery не попадете. Поэтому нужно быть подключенным к компу. Затем что делаем? После этого мы спускаемся с помощью кнопки уменьшения громкости на надпись Wipe Data and Factory Reset. Нажимаем на кнопку питания. Спускаемся вниз и выбираем второе значение. У меня почему-то все по-испански, понятия не имею почему, но неважно. Выбираем вторую кнопочку, а затем нажимаем опять на кнопку питания. И после этого у нас телефон будет перезагружаться. Ждем, пока телефон загрузится. Отлично, телефон полностью сброшен. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.